Где вы, Серега, нельзя уже никого брать, наверное, Не, не надо никого. Там? Тут съемка. Тут съемка видається, нема. Ми просто тут съемка, ми не можемо посадити апарат. А я так збоку, біля вас, будь ласка. Ні, так ну, хочеться поїхати, так, ніде немає місця. Так що нема так віддеш? В кінце колони. В кінце колони є місця. Просто... Це не ко мне. Ну ніяк. Ну от не ко мне. Вот. Може візьмете десь тут боку? Ні, вибачте. А ми попросить когось. Люди возбуждены, они сейчас прибегут, начнут думать, что это провокация, и начнут вот с этого, блин, подполковника еще и шапку набирать. Если какая-то девушка просит, красивая, что там можно взять? Так что можно было это взять девушку, но ты сказал так на ведре, что нет. Давай я порозгоняю, якщо ти вже виїжджав в порядку. Так, да, безполезно. Зараз полізно починається. О, тут, мабуть, флажок. Може поміняти місця, може я туди сяду, бо тут флажок не буде. Або як, вони з якої сторони будуть основною їхати? Ми... Взагалі, по праву сторону тобі краще знімати, мені здається. Я не знаю. Все, так? Да. Якщо флажок, можна флажок перевіщити просто, або... А, ну, да. Так, смотри. Разберемся, я выйду. Давай как угодно, давай выйдем, и там уже дальше станем. Да. Значит, мы едем вниз по набережной, правильно? По набережной, Гаванский мост. Я за тобой. Да, да, да. Все как, все давай, как давай. Уже выезжаем? Пусть... Прямо сейчас, Сережа. Все, да, едем. Выезжаем! Все по машинам! Выезжаем! Все по машинам! Все по машинам! Будем выезжать! Мешаем по машинам! По машинам! Да нет, это могут быть люди, которые просто на Майдан приехали с А на Майдан приехали просто.
хто в онлайні знімає? Хто в онлайні на Грам ТВ знімає? Це да. Спільна ТВ. А, спільно, так. Тож в онлайні, наверное. Я не знаю, в онлайні или нет. Наверное, нет. Они... О, ви в онлайні зараз нічого не знімаєте. Да, я не знаю. А ну звук знімає тільки, тільки... Нічого не говоримо. Погано. І не збираємо. Ні, в онлайні, так, да, в онлайні там... Щоб не знали, куди ми їдемо, це дуже хорошо. Да. Ні, так ми ж не тільки туди їдемо. Тому що ми далі ще. К спікеру. Це теж вже в інтернеті було, що це Казар, Казарову, спікеру. Вчора ми там тирай знімаємо. Думаю, сьогодні рекорд буде абсолютно. А ще 200 рекорд. Вчора реально ми посчитали, став чоловік і знімав машини, які їдуть зі скоростю 20 км в час. 4 минути, ну, тобто це приблизно 100 з чим-то машин точно було. Ремонтні роботи, які вони тут провели. Там нас прибрали. А що тут перегорожено було, да? Це міліція, оці і КАМАЗ гружено. Блін, вже дві колони їдуть, ти знаєш, валяда. Так, тому що вони, це безполезно їм об'ясняти. Ну ладно. Я понял, смотри, а ты будешь командовать там колонной? Форс, ты поруби, ты с ним будешь. Отлично. Так, так с... А, люди. Хорошо, давай.
да, колонна такая нормальная там вроде. Хаджинов Автомайдан. Мы прямо сейчас уже едем, значит, подъезжаем к Московскому мосту и дальше по Богатырской будем выезжать. Я уверен, что мы не сможем заехать на Героев Днепра, мы там все застрянем. Да, у нас очень много машин. Там пробки. Так. За КП. За КП зупиняємось. Хто приїде раніше, той стає і чекає другу, так? Так, і ми їдемо, далі ми їдемо двома, в два ряди, тому що в один це неможливо. Добре. Добре, добре. Ми через 15 хвилин там вже будемо. Добре. Так. Все-таки дзвоніть на тут номер. Що у мене щось страшно. Да, они все лопанулись за Поярково. Сейчас будет хаос. Люди досвіду не мають яких. А это должна была, да, машина первая ехать? Ну, вы, да? Да, да, да. Поярков, ты на связи? Это они начинают разбивать колу. Хай тормознется. А по светлофорчине? Не, ну а что им, проехать надо машинам? Да они специально это делают. Сейчас ломанулся, за тобой куча машин сразу. Ну так ты сейчас впереди колонны, ты сейчас жди. Мы остались, нас менты тут остановили, типа пропускают движение на перекрестке. Жди. Да, но ты, Сережа, постарайся ехать в одном ряду, потому что там дальше еще вторая колонна по Рубия будет. Поехали. Может, я знаю, правильно. Там уже все, там Ляшко. Ляшко там уже. Ляшко уже. Что? Ляшко разрулил вроде. Хорошо. Давай. Ляшко к нам уже присоединился. Ой, велосипедист, класс, с лагом. Нужно погнать тебе. Круг по третьему ряду по левому. Может хорошую роль играть, если он будет ментов отбить. А. Все. Если можно подождать, да. Спасибо.
Что это за перед нами стоит? А, такая. Убедись, классно. Да, это, конечно, проблематично. Ну, есть столько машин. Нет, ну так это невозможно их всех. Нет, может, не просто вас всех отбилось. Важный стил, как бы, скажу, нет, ну давай. Так, голова колонны, которая с Европейской площади, сейчас уже подъезжает к Московскому мосту. Если кто-то может сказать мне, где хвост, буду очень рад. Так они ждут, пока ты обгонишь, не давай их, Серега. Хвост еще на европейском. На европейском? У вас на почтовой шапке. Ого, ничего себе. И велосипедист тоже, блин. Да, девчонка, молодец. Девочка. Они на выезде прямо с европейки по 5 машин только пропускают. Да, видишь, там коллапс, потому что левые все на левую сторону, сторону поломились. Не надо ехать в левой полосе, едьте в одной полосе, в нашей. Что? У нас, смотрите, какой хвост. 15 минут и все, мы там будем. А тут все равно в водоколонии не получится никогда. Двух хотя бы. Ну так двое їдьте, появкова ніхто не буде обганяти. Сережа, это бесполезно. Ты никого не проинструктируешь. Нас хвост еще на европейской. Все равно будут ехать так, как хотят. Алло, Сережа, уже, я думаю, что нифига мы не сможем с этой, так сказать, цунами справиться. Давай уже хрен с ним в двух ехать, колонна. Главное, чтобы ты и я были в голове, чтобы они нас не обвиняли, потому что будет хаос. И с Парубием договор такой, что за КП мы должны еще с Парубием объединиться. Но как это сделать, я уже не представляю. Получается, мы, получается, в три колонны будем ехать на Межигире. Все, то есть это уже как бы пофиг, давай, сегодня особенный день. Хорошо, давай только смотри, чтобы не вылазили вперед, потому что тут кто-то там обгоняет нас и начинает там впереди куда-то там вести. И люди дезориентируются. Короче, в адвокате. Хорошо, будет багато, давай, работы після сьогодні, особливо. Ну все, адмінштраф. Да нет, вони ж блокування можуть ліпити.
О, он остановили ГАИ кого-то. Ну, они каждую шестую машину. Да. Типа нельзя двигаться в колонне без сопровождения. Да, да, да. Больше пяти машин. Без согласования. Пытаются остановить, но все игнорируют. Да, работаю. В цій ситуації найкраще рішення – це просто не зупинятися реально. Так, так, так. Потім доказань все одно немає правонарушення. Але зупиняють реально, і зупиняються люди. Звісно. Смотри, як відбувається. Зупиняється один, починає з ним розмовляти, а остальні собі їдуть. Ось, кстати, Ляшко, по-моєму, не вжити, да? Так. Ляшко допомагає. Чи під Бежагір'я внутрішні війська і ДАІ. Внутрішні війська що? І ДАІ. Ну так, да, там. Бачу, як постійка спірна блістає по трасі. Точно, так. Кожен кілометр. Вони лаханулись в тому, що вони кримінальну відповідальність не ввели за те, що більше п'яти машин в колоні рухається. А тут найбільший штраф – це попередження генерально. Навіть адмінки немає грошової. Кримінальну відповідальність можна за все, що завгодно вводить. Ну, за блокування доріг є кримінальна відповідальність. Просто це неможливо довести, кримінальне блокування доріг мало місця. Коли є проїзд, для когось хоча б є проїзд. Девочка. Да, девчонка, молодец. Сережа, за КП уже договорено с Парубием. Мы останавливаемся. Колонна с Европейской, голова колонны подъезжает к повороту на Богатырскую с Московского проспекта.